А как ты будешь Новый год без своего парня праздновать? Так это все странно, Ева просто уехала, не попрощалась с нами, со мной. Честно, мне было очень-очень неприятно. Мы едем в Тулу! А вот лучший комментарий из предыдущей серии. Если ты хочешь тоже попасть, ты знаешь, что делать. Обязательно не забудь 9 января посмотреть мой клип на моем канале. Он будет очень крутой, поэтому смотри. Закрой глаза. У меня мурашки просто вообще. Вот этот твой образ, типа брошенный вот этой девушке вообще просто. Нет, мы хотим тебе кое-что сказать. Раз, два, три. Мы едем в Тулу! 1 числа в 8 часов утра. У нас будет там встреча в Туле. Все, правда? Да. Сразу после Нового года мы едем на поезд. Вчера ночью. Все вместе. Наш праздник начался с того, что мы с самого утра сидели в офисе, потому что работать нужно даже 31 декабря. Девочка, у тебя есть праздничное настроение? Праздник нам приходит и уходит. Ну да, праздничного настроения у нас вообще не было. Мы не знали, где провести сходку в Туле, поэтому начали перебирать все варианты. Вот она, видишь, типа... Да, похоже на Red. Нет, только маленькая. Красная площадь. А вот и новость про Еву и Марка. Мне кажется, они встречаются. А как ты будешь Новый год без своего парня праздновать? Это всего лишь Новый год, это как день недели Новый. Для меня это не просто Новый. Подождите, стойте, а вы что, семейное положение поставили? Да. Да ладно. Почему я все узнаю с паблика XLife? Кстати, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте XLife. Там очень много интересного. Ева уехала праздновать Новый год с родителями. Конечно, нам было обидно, но я считаю, что семья — это важно. Так это все странно, Ева просто уехала, не попрощалась с нами, со мной. Евочка, люблю. Нет, это не вставляй! Не вставляй! Я очень рада, что мы работаем с ребятами в команде, потому что мы вместе придумываем название. Одна голова лучше, но командная работа всегда круче. Очень часто бывает, что мы друг с другом советуемся по поводу названия или чего-то такого, и в этот раз не исключение, мы помогали Маше выбрать название. Чего-то вы решили такое прям такое серьезное? Серьезненькая такой душа. А потому что все, с Нового года у меня на Ютубе видео не будут. Ну, они будут выходить только очень серьезные. Ну, не серьезные, а просто крутые. По поводу названия, ну, типа Новый год, Новая Марисен, вся правда. Я решила, что пусть все знают, что мне 24, и то, что как бы можно 24 быть 18-летней дурой. Или 15-летним! Каждый может вести себя именно так, как он хочет. Я хочу на 15 лет, можно на 13. Я бы назвала бы «Вся правда» все равно, потому что, типа, что я скрывала. Мне кажется, «Вся правда» хотя бы пишет в поезд. Да, мы спорили немного с Марком насчет названия ролика, но вроде как сошлись на общем мнении, и все было хорошо. А мы что, XLife тоже не будем выпускать больше? Нет, XLife это... Смысл не серьезный канал сейчас. Это не серьезный канал! Закрывает X-Life. Ну да, зачем это X-Life? Я очень хочу пить. Я тоже пить хочу. Еще 12 лет, а вы уже бухать хотите. Не-не-не, не переживайте, мы просто за водичкой пошли. Ребят, но мы честно не пьем. Они потом из тегов канала, у вас много их лишних. А это ты думаешь как-то плохо? Оно как-то, по-моему, влияет даже по количеству тегов там. Система такая. Не, ну так как ты в Гугле работаешь, ты все знаешь, ну, как да, бы, ну, конечно, прислушиваешься. У нее там получается видео, и она все видит, я знаю, она... Угу. Я всевидящая. Очки, у нее очки есть. Выпустил новое видео. Кто? Марисен. Вау! Да? Когда успела она? Вся правда. Маша, конечно, вся правда, очень, мне надо посмотреть. Блин, слушай, о чем там говорит? Блин, мне так нравится начало, просто безумно. А в смысле, это можно писать теперь с Новым годом? Да. Я в шоке, ребята, молодцы, стараемся, делаем, работаем дальше, лучше в следующий Новый год, пусть экран взрывается. Блин, задолбали меня бить уже! Да мы так, не сильно же бьем, в конце концов. Спасибо, ты Тасик, ты очень добрый. Нет! Я заболела! Ладно, пойдем спасибо. Ой, Марта, как вставай! Марта, типа, большой.
любим и шутить над бентушечкой. Блин, а я так хотела попить. Ну, как-то вот так. Давайте вместе все отнесем стол. Куда? Да. Сюда, у нас сейчас перестановка будет. Мы диван вот ставим это... туда, стол сюда. Давай. Муж. А, ну это аргумент, в принципе, давай. Я не знаю почему, но каждый Новый год всегда все хотят что-то передвинуть, чтобы была атмосфера какая-то другая. Все-таки же Новый год, и хочется отпраздновать его как-то по-особенному. Поэтому мы решили все передвинуть. Честно, до сих пор не понимаю, почему стол стоит теперь посередине комнаты, и телевизор теперь как-то неудобно смотреть. Когда включают музыку, мы начинаем беситься. Не включайте музыку, когда мы рядом с вами. Сходить с ума — это наше привычное состояние. В чем прикол вашей перестановки? В чем прикол? Что? Что изменилось? Изменилось то, что вау. Ты сидишь на новом месте, в новой кофте. Ну, это же Гера, он всегда найдет к чему прикопаться. Хотя я знаю, что ему это на самом деле нравится, но он все равно должен сказать, что ему это не нравится. Ты хочешь, что у тебя вот эти штаны вообще не идут? Они вообще не как это колтон. Я потом переоденусь. Когда? К Новому году, как в детстве учили, да? Да. Он бы на свои штаны посмотрел. У меня самые крутые штаны. О, пошел, пошел. Да, 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 давай. Они еще вот так сюда рукава носят. Вот так вот, они любители. Настя Мяни, привет. BTS, здравствуйте. Это как раз к тому, что надо вести себя как 15 лет. Почему бы и нет? Что это за красотка? Это, кажется, вау, моя рыбка из аквариума моего. Это же Глория! Почему вы пожарили Глорию? Бедная Глория, зажарили мою рыбочку. Уж лучше бы прожарили, хотя бы прожарку на нее сняли, но не зажарку. Когда я услышала звонок, честно, я думала, кто мог прийти в 11 часов вечера на Новый год? Я думаю, может, сосед какой-то. И я вижу, чувствую, что это Ева с мамой. И я вообще, я очень рада, что она приехала, и мы все-таки все вместе отпраздновали Новый год. Снегурочка пришла. Машеньке твой. Машенька тебе. Ну, весочек. Тебе. Это тебе. Спасибо. И спасибо за подарочки. Так получилось, что Новый год я сначала должна была праздновать дома, но моя мама самая лучшая и в последний момент отвезла меня к ребятам. Кажется, погасло. Реально было сложно зажечь камин, только помогли надписи Ева и Мари. Вот они, наверное, помогли. Может быть, масло, чтоб попа не погасла. Сколько костра не будет сегодня? Давай Бетти подпалим. Бетти, стой. О, давай подпалим, блядь. Стояночка. Тебя подпалю. Ну ладно, меня так меня. За что он хотел меня спалить? Я же не ведьма. Подих дыхание, отврат сделал. А, у нас есть жидкость застывшая для розжига. Но она, правда, во льду, но она не застыт. Но она там лёд. Давай. Стоп, сейчас выключи свет. И так надо делать. Ой, чёрт, я застукнула свои зубы. Раньше были брекеты, а теперь Invisibles. Там вода. Офигенно, водой зарешён. Герман, вода. Водой. Она, нет, там вода, там вода. Там вода, там вода. Зачем прислал воду мне? Ну я же говорила, блин, Герману, что там дрова сырые, они не зажгутся, потому что там вода, влага и все дела, но не зажгутся. Не, ну он как обычно. Знаешь, как хорошечь костер, чтобы было большой-большой бум. Бэть, это накинуть. Гер, я в детстве спалил забор, давай я попробую разжечь, у меня реально... У меня потом... Да. Лексикон, конечно, у меня на 5 с плюсом, поэтому... Угу. Ребята, я большой костер сделал. Кстати, захожу я в одну небезвестную группу такой недавно, и там скрин. Герман, типа, у нас фотка с Машей Нашина, и написано, а я вот так вот там, типа. И девочка пишет, что он тебя нюхает? А Маша пишет, что? Любит нюхать. Любит, нюхать. Что я люблю нюхать. А потом написала меня. А где потом? Потом поставила. А, потом. И вот мы сели за стол, и как вы все, начали встречать Новый год. Вообще, когда президенты им, нормальные люди стоят. Ну, мы будем. Нормальные люди стоят. Нормальные люди стоят. Я всегда. Сейчас не буду. В 2018 году. Сейчас, подожди.
и таким же черным. Чтобы в новом году мы с тобой записали хит, йоу. И чтобы в новом году, братан, мы сделали братанский дуэт про братанов. Давайте подарки посмотрим. Да, вы не хотите разучить. Да, они хотят подарки. Мы хотим подарки. В смысле, я хочу подарки. Давайте сначала нам подарки. Да, давайте. Давайте. Застрял. У нас было экстренное совещание насчет подарков под столом. Я вот всегда ждал Нового года, потому что я всегда хотел распаковывать подарки, потому что, ну, всегда было так кайфово, типа, обожал этот праздник, потому что очень любил распаковывать подарки. Но сейчас я смотрю на гору подарки и понимаю, что я их все запаковывал. Когда я был в детстве, там я дарил подарки кому-то, даже если у меня не было денег, делай что-то своими руками, правда? Типа, всегда можно же, да? Вы видели наши руки? Ничего хорошего не выйдет из этого. Мы не подготовили подарки ребятам, и это наш косяк, чего нам очень жалко, но мы попытались сделать хоть что-то. Ребят, вы скоро? А что они там делают? Я даже теоретически не могу представить, что они там делают. Они, наверное, делают подарок своими руками. Я понимаю, но просто из чего и что? Мне просто интересно. Ну чё вы? Слушай, ну так быстро своими руками ничего хорошего не сделаешь. Тем более вашими руками. Значит, конечно, это очень скромный подарок, потому что... Ну конечно, за две минуты сделать подарок. Да как бы денег у нас... Смотрим, что вы там? Да то с душой. Главное не подарок, а внимание. Там написано каждому. Это вот только что. А вот это от кого, интересно? Это от нас всех. Это от нас всех, мы бросились, вот так по-скромному, конечно. Это рос свечка на платный вкус. Певческих успехов, а также стали самыми известными людьми в мире. Коробка, конечно, наша. А вы друг другу, кстати, подарки подарили? Конечно, да. Нет, мы друг другу ничего не дарили, мы просто не успели. Да, так или нет? Да. А еще в холодильнике для тебя у меня подарок. Сало. Да. И поэтому Маша теперь ест сало, потому что она очень хотела сало. Еве, это Марта и это Бинет. Это подарок от Насти. Как прикольно, она уехала и оставила для нас пару подарочков. Спасибо, Настя. Всегда бы она уезжала и оставляла нам подарки. Верочку тоже целую, извиняюсь за его подарок. Приеду и Тревону Машу тоже подарю. Я ему должна уже два подарка, я знаю, что я скотина. Настенька, второй год от тебя жду подарочка, но его снова нет. Но может быть, когда я приеду из Майами, ты мне подаришь что-нибудь. Это Герману подарок. Подарочка для жестичков. Это камера, да? Да, и что мы сейчас будем делать с этой камерой и с караоке? Это тебе. Вали? Прям с масками. Мы, короче, типа игры подарили друг другу. Весь Новый год будем играть в игры. Я, если честно, думала, что они хотя бы нам что-то подарят своими руками. Честно, мне было очень-очень неприятно, потому что мы для ребят делали очень многое, но они решили все-таки нам ничего не подарить. Нам было очень приятно то, что ребята подарили нам подарки, и одновременно ужасно стыдно то, что мы ничего не успели подготовить, потому что за день до этого мы пытались что-то сделать, но все пошло через... Все очень плохо пошло. И последний подарок... Вот тот. Не озвучивать? Да, не озвучивать. Что там? Ты готов. А это от кого? От это вас. От нас, это от нас, вам. Откуда он? Пятером. Все, от нас, пятером. Наконец-то! Просто у нас теперь дома есть микроволновка, мы не будем пачкать посуду и все остальное, чтобы просто разогреть еду. Это очень крутой подарок. Спасибо вам большое. Ты чувствовал? Сегодня целый день говорил, а там что, микроволновка, микроволновка, что ли? Правда? Да, я говорил, что там микроволновка. Я не знаю, почему так. Я думаю, что вам понравилась наша новогодняя серия XO Life. Обязательно подписывайтесь на всех ребят XO Life. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые серии. В следующей серии XO Life. Просто не слушайте, ребят!